замороженный город, фальшивая пресса тупо в лица глядит постовой. Над табачным ларьком дымовая завеса, над Кремлем тишина и покой. Бредет народ усталый по делам, отправив в школу непутевых ребятишек, пылится дома непорочный хлам макулатурных трехрублевых книжек. В боях добытые японцев сапоги скрипят по свежевымытому снегу. Встает бутылки бабушка в лопаш, упрятав внучика, лечится на небу. Мечтает дядя у газетного ларька о переменах в будущей достройке. Мешок с цементом тянут два жлоба на помощь запоздалой перестройке. Пожарский с Мининым готовят взрыв, теряют финны в новом метрополе, а запоздалый супербоевик кричит с афиши о тяжелой доле. И Бондарчук снимает Тихий Дон, казачку исполняет итальянка. У Климова шизофреничный сон, что скоро будет в Голливуде пьянка. Путаны курят югославский кен, белеют негры от советского расизма. Главпищи тот сажают весь подряд, Госагропрому тоже ставят клизму. Встречают в Шереметьевском порту евреев, убегающих в Россию. А завтра кто-то полетит на ту в Биробиджан, в восточную Россию. Примочки лепит надоевший диссидент государству, и Евтушенко с Акуджавою поют об автономии хохлядскому татарству. И Евтушенко с Акуджавою поют об автономии хохлядскому татарству. Страшно, аж жуть.